допустили детскую ошибку. Вратарь, видимо, может, не хотел ловить, может, он что-то у него нашло, но летит мяч вратаря, он отворачивается. По сути, я бы не сказал, что больше были моменты. Сегодня, может, еще не было, не наиграла ни одна команда на победу. Поэтому поражение, я считаю, это просто, ну, роковое и, наверное, для нас, скажем, идет отголоски Еврокубков сейчас. Стычки, причем здесь Зимбру, стычки обеих команд, это я считаю, судья потерял нить игры, потому что его действия непонятны. Четыре замены в втором тайме, стычки, травмы уносят, в поле он добавляет две минуты, поэтому здесь просто-напросто чисто математически это вопрос к судье, почему он допустил эти стычки, почему это разгоралось. Я здесь не хочу в это... У нас есть свои проблемы. Вот. Это очевидно, что у команды есть проблемы сегодня. Проблемы, так скажем, которые мешают команде доминировать, мешают команде выигрывать. Но я их обсуждать не буду. Насколько я помню, это пятая игра, да, когда Зимбру не может выиграть. Как вы думаете, это может быть после Еврокубка какой-то эмоциональный фон, уже не тот, выхолощенность какая-то? Ну, это тоже в том числе, потому что я говорю, что даже была когда пауза, я ждал эту паузу, но у нас 10 человек разъехалось во время паузы. Кто-то в молодежную сборную, кто-то в национальную. Опять же, не удалось нам за это время команду перезагрузить, подготовить, сплотить и так далее, потому что сегодня, ну, видно, что баланса нет на поле. Пресс-конференция с небольшим опозданием началась. Вы как-то разбирались, сегодняшний день вы уже успели по горячим следам или... Естественно, мне нужно было команде, ведь вы видели, не знаю, по личкам ребята подходили, то есть я тоже подходил. Естественно, мы должны прислушиваться к мнению болельщиков, которые команду поддерживают, которые хотят, чтобы команда хорошо играла. И футболисты, наверное, для себя должны понимать, что такого отношения к футболу никто терпеть не будет и не позволит так играть. Вы поддерживаете, да, в целом такие вот общения? Если все по делу, конечно, поддерживаем. Еще вопросы?